Итак, всем привет! Я такая растрёпа у вас. К нам пришли холода. Вот такая беда. Сегодня закуталась в три одеяла и вот так спала. Ах, бодрящая мандаринка. Мандарины у меня всегда ассоциируются с Новым годом, поэтому, когда ешь мандарин, всегда приподнятое настроение. У нас сегодня, значит, чисто такие хозяйственные планы на день. Муж решил приготовить домашние кимчи, я буду ему помогать. А я буду печь, значит, пирог. Пирог с малиной. А, нюхните, взбодритесь. Ну, их погулять хотели, хотя холодно. Ну, если тепло одеться, то можно и пройтись немножко. Солнце уже вышло, но дождемся полудня и в 12 пойдем. По идее, это должно быть самое теплое время. Ой, боже, красота. Это страшная сила. Аринку надо впустить. Заходи. Заходи, давай, быстрее, не стесняйся. Ой, не хочет заходить, стоит в дверях, застряла. Все тепло выпускает из моей комнаты. Я недели три уже как пью чай, до этого я вообще почему-то не могла пить чай. У беременных такое бывает. И кофе пить не могу, но мне кажется, сейчас я уже готова пить тоже кофе, не только чай. Пообедать хотелось бы, конечно. Так, пойду приготовлю обед. У мужа уже обед готов. Мы с ним едим разную еду. А себе я сейчас пойду приготовлю. Пойдемте вместе. Так, посмотрите, я уже подготовила для кимчи кое-какие ингредиенты. Это капуста. У нас она в России называлась пекинская. Тут не знаю, как называется капуста и капуста, в общем. Так, вот такая миска. Я ее оставлю свободной. Сюда, в общем, будем нарезать и замачивать. В соленой водичке, значит, яблочко подготовила и помыла, немножко так зачистила сверху губкой эту редьку. У нас она в продаже называлась в Воронеже дайкон. Вот, как у вас она называется, не знаю, у нас называлась дайкон. Так что вот, жду мужа. Какая капустка аппетитная. У него, как всегда, все не слава богу, он, значит, пошел купить такой соус, ну не соус, в общем, рыбную какую-то фигню для кимчи добавлять туда. И приносит, я смотрю, банка запаяна в полиэтилен, но почему-то протекла запах. Я говорю, запах? Я говорю, я не открывала ее, смотри, она запаяна в полиэтилен. Она, видимо, где-то треснула, ну, разбита, не знаю, что-то с ней. Но явно она какая-то... Ну, короче, он пошел в магазин менять, сейчас там, видать, будет скандалить. Так, еще соль вот такую крупную купил. Это как раз для, если можно так выразиться, для засолки. Хотя процесс этот называется ферментирование. Итак, полным ходом у нас идет процесс приготовления. Так, судя по всему, это нужно разделять все на листочки. И потом, поскольку это быстрый вариант приготовления, то эти листочки... Нужно будет разрезать на более тонкие листочки. В общем, на более мелкие части. Это для быстрого рецепта. Так, нарезаем на более мелкие части. Я решила записать этот рецепт, потому что это такой быстрый рецепт ускоренного приготовления. И с ним каждый может справиться. Потому что если делать так все по технологии, то это вообще очень сложно и очень много времени занимает. Так, теперь нарезанную капусту нам нужно еще раз промыть. В самом начале я ее мыла, но теперь надо промыть повторно.
И вот отбрасываем на такое ситечко, чтобы водичка стекала. Так, теперь будем понемножку выкладывать в большую миску и просаливать слоями. Муж солит крупной солью. Так, кладем следующий слой. Берем соль, опять просаливаем. И так слой за слоем. Кладем, просаливаем. Так, и часть соли немножечко на глаз муж растворяет в теплой воде. Вот, будет заливать сейчас сюда. И сейчас такой легкий массажик. Легкий массажик для капусты теперь у нас происходит. Сейчас она будет просаливаться немножечко до размягчения. Теперь мы взяли, нарезали яблочко, пол яблочка, немножко редьки, дайкон и одну луковицу. И сейчас все будем загружать вот в этот блендер. Там уже кусок яблока валяется. И еще нам понадобится вот такой вот перец. Он уже измолот. И хлопья красного перца. Так, теперь мы нарезаем зеленого лучка крупными такими кусочками длинными. Так, смотрите, как понять, что уже просолилось. Вот гнется, не ломается листик. Не ломается, гнется. И смотрите, очень уменьшилось в размере. Прям вот сократилось в размере. Вся эта масса капустная. Так, сейчас будет опять промывка под водой. Будет смываться вот эта вся лишняя соль. Так, у меня тут уже готовится курочка со спагетти тушеная с лучком. У мужа тоже курочка, но в корейском таком, знаете, стиле. И рис он будет есть. А я буду спагетти есть. Как-то рис мне не лезет в последнее время. Итак, капусту помыли и кладем на ситечко обтекать. Так, в большую миску, в большую, такую большую, мы выкладываем то, что мы взбивали в блендере. Что у нас там было? Редька, яблоко. А, чеснок мы еще добавили. Чеснок. Две большие сверху ложки столовые чеснока. Так, сейчас муж будет добавлять сахар. Все на глаз делает, все на глаз. Даже не знаю, как вам пропорции описать. Пару ложечек положил. Чем это пахнет, вот это месиво? Пахнет аджикой. Нашей такой аджикой. Вкусной. Прям один в один запах. На вкус не попробовала. Так, теперь добавляет вот такую штуку. Это типа рыбный какой-то соус, не соус. Он совсем чуть-чуть добавляет, поэтому я не знаю, будет ли это сильно влиять на вкус или можно без этого обойтись. Ой, а сейчас будет вкусняшка. Сироп из сливы. Его можно и так есть вообще с чаем. Тоже чуть-чуть. Видите, на такую большую миску всего по чуть-чуть. Так, и опять вот эту вот штуку рыбную сейчас будет добавлять. Тоже, видите, чайную ложку этого креветочного какого-то соуса. Вот мне интересно, можно ли без этого делать? Ну, наверное, каких-то оттенков вкуса не будет, таких супер ярких. Но в целом, я думаю, вкусно, почему нет? Капустка в таком соусе чесночно-овощном, фруктовом. Да, мы же еще яблочко добавляли. Мне кажется, это вообще обалдеть. С перчиком. Без всяких этих странных вонючих рыбных соусов. Которые на любителя, знаете ли. Так, ну вроде запах совсем не испортил. Пахнет по-прежнему аджикой. Выкладываем капустку в наш подготовленный соус. Так, еще муж нарезал остатки редьки. Решили добавить, это не обязательно, но мы просто ее не знали, что с ней делать. Такой кусок остался ни туда, ни сюда, поэтому решили просто сюда ее тоже. И сейчас мы будем это все массажировать. Массажировать, массажик такой будет происходить.
Так, теперь мы сюда же добавляем зеленый лук, который заранее нарезали крупными кусками. И еще какая-то трава. Ну, травой тут добавлять не обязательно. Я ее вообще не люблю. Она мне, знаете, не жуется, в зубах застревает. Я просто лучка добавила, если бы я готовила. И все, зелененького. Без этой травы. Мы взяли большой пластиковый контейнер. И теперь все, что муж замесил своими прекрасными, трудолюбивыми руками, он, значит, укладывает в контейнер. Можно есть сразу, а можно поставить в холодильник. И день ото дня это должно становиться все вкуснее и вкуснее. Все это даст сок. Все это, значит, настоится, пропитается и будет просто восхитительно. Вот что я хотела сказать. Слюни потекли. Мой обед вы уже видели, а это обед моего мужа. Вот такой вот суп с курицей и овощами. Кимчи, который он только что приготовил. И рис с крупой. Крупа по вкусу напоминает перловую нашу. Смешанный рис. Basta. Balai, balai. Cibuy, balai jet. Молодец, молодец, говорит. Молодец.